Всем привет! Сегодня готовим свининые ребрышки с картофелем в духовке. Мясо получается очень вкусное и нежное. Все ингредиенты вы найдете внизу под видео. Косточки промазываем слегка оливковым маслом. Солим по вкусу. Посыпаем черным молотым перцем. И сверху добавляем розмарин. Мясо аккуратно переворачиваем. И все делаем то же самое с другой стороны. Промазываем маслом. Солим. Посыпаем черным молотым перцем. И в конце розмарин. 4 крупных картофеля чистим, моем и режем крупными дольками. Картофель сбрызгиваем немного оливковым маслом, кладем соль по вкусу и черный молотый перец по вкусу. Все перемешиваем. Противень поливаем немного оливковым маслом. Выкладываем картофель с двух сторон. Сверху кладем лук, репчатый, нарезанный крупной соломкой. Затем кладем зубчики чеснока, неочищенные. Красные спелые помидоры моем, режем на дольки. И выкладываем на картофель. Овощи немного присаливаем. Добавляем 1 стакан белого сухого вина. В процессе готовки алкоголь полностью выпаривается. Мясо и овощи получатся очень вкусные. Добавляем равномерно стакан воды. Ставим мясо в предварительную разогретую духовку с двух сторон на 180 градусов на 40 минут. Достаем из духовки, аккуратно переворачиваем и ставим еще раз на 40 минут в духовку. Через 40 минут пробуем на готовность. У меня мясо очень мягкое и легко отделяется от костей. При подаче мяса и овощи поливаем оставшейся жидкостью с противня. Всем советую попробовать этот рецепт. Мясо и овощи получаются очень вкусные. Все ингредиенты вы найдете внизу под видео. С вами была Вера. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк.